Давайте заглянем в вольер к кроликам. Вы знали, что поедая пищу, кролик делает 2 жевательных движения ежесекундно, то есть около 120 движений в минуту. Кроличьи глаза устроены очень необычно. Эти создания могут видеть то, что творится позади них, даже не поворачивая головы. В нашей стране кроликов держать не запрещено, а вот в некоторых штатах Австралии содержание кроликов в качестве домашнего животного запрещено законом, а нарушителя ждет огромный штраф. В сафари-парке живет несколько видов декоративных кроликов, за которыми очень интересно наблюдать.